Григорий Лепс рассказал, в чем секрет счастливых отношений. При совместном досуге всегда нужно идти на компромисс. Например, сначала мы смотрим «Синий трактор», а потом полчаса рассказываем про реформу Троцкого. Григорий, давайте для наших зрителей представим вашу прекрасную спутницу. Аврора очень великолепна сегодня. Спасибо. Ковровы для дорожки для вас уже не в новинку. Как вы на них себя чувствуете? Нормально. Отлично. По ковровому. Вы позволяете Авроре общаться с прессой? Или все-таки она больше сопровождает? Вроде бога, пожалуйста, милости прошу. Если есть настроение, пускай пообщается. Что ждете от конкурса сегодня? Не знаю, будем наблюдать, смотреть на... На артистов. На артистов. Что будут исполнять, очень интересно. Я впервые, поэтому... Вы впервые на новой волне. Когда-то смотрели по телевизору, может? Вообще нет, поэтому для меня что-то новое. Все как-то... Сейчас вообще, так сказать, есть такой социальный перекос в этом смысле, потому что сейчас очень много браков таких, не, ну, будем говорить, неестественного такого звучания. А что для тебя неестественно? Да, это уже про Аллу Борисовну так, Пугачёву. Нет, святой не трогайте. Что для тебя неестественное звучание? Святой не трогайте. Послушай, дай вмешаться. Что для тебя неестественное звучание? Скажем, это девушка с улицы и какой-то известный человек, да, и разница у них 35-40 лет, это, я считаю, это... Это находка, Лёва. Неестественно очень. Это для не, тебя? Но это, как ни странно, почти стиль уже нашей жизни. То, чего... Фу, блядь!